Боги, гон! Все, Виктор Николаевич окунулся. Да, кстати, за парковку мы заплатили здесь $18. Нормальная парковка. Единственное, что, конечно, в Лос-Анджелесе, ну, как бы у нас в Сакраменто тоже есть люди без постоянного места жительства, но здесь такое количество палатных городков и всего такого, сносит. Я не знаю просто, ребят. Сильно с ног сносит. Что, Зай? С ног сильно сносит. Ты прям двигаешься под буфом. Так это же океан. О, Патя идет. Давай, показывай. Я это сделал. Зачет. Зачет. Купался. Все, покорил. Покорил, да? Вода такая соленая. Да? Ну, отличается от моря, пап? Да не знаю, она штормит. Ты за малым следи. На самом деле волны такие не детские. Ну, он, правда, трусливый у нас. Right there on top of the moon, we could sit and do nothing. I wish we were bold to just fly away. I don't wanna care, just be here and I'm good alone. I'll be okay, miss you like an old friend. Too scared now, thinking I should call up, I'm not. I think it's hard how we always wait another day, how we watch things the kids walk away. Что вы делаете? Передавай привет маме и папе. Привет маме и папе. Right there on top of the moon, we could sit and do nothing. I wish we were bold to just fly away. I don't wanna care, just be here and I'm good alone. I'll be okay, miss you like an old friend. Too scared now, thinking I should call up, I'm not. Ну, нас, если они и есть, то они сейчас закрыты, пап. Что они? Закрыты сейчас. Душевые? Да? Ну, потому что... Представитель местного бизнеса. Зонтики. Как сказать, ведерки, пасочки, совочки. Ну, правда, не мидии с рапанчиками, как у нас там на Черном море, но тоже. Торговля, двигатель процесса. Это мидии, рапанчики. Фрукты у нее там лежат и вода. На голове так нормально носить? Не знаю. Я вот думаю про то, про фрукты, пап. Это она уже кишечная палочка там, они. Она поэтому и маленькая. Ее сверху давит вниз. Поэтому она в жир растет. Но это шутка. Конечно, шутка. Вот, ребят, видите, люди живут. Мы решили вон туда сходить, пойти пешком. Сейчас пойдем сходим. А я был еще в панду тогда. А мы идем, вот, ребят, гуляем. Смотрите, какой у нас пейзаж. Эти два стыцко идут босиком. Видать, горячо, да? Нет,
это, кстати, он не черного цвета, и он не прогрет бетон. Асфальт горячий. Оп, спортсмены. А вот, смотри, ага. Йоги. Так вы посмотрите, вот говорят, Америка не спортивная. Красота. А пальмы? А песок! Нормального белого цвета. Да, белый-то, но он горячий. Я не знаю, ребят, видно вам буквы? Здесь как-то так сделали. А там самолеты шли. А, вон они летят, пишут самолеты. Смотри вправо, видишь? А, дизайн. Да. Вот дизайн. Люди классно как получается. Дизайн. А, это реклама какого-то, наверное, этого. Да. Апипи. Детская площадка. Жалко только, что она закрыта. О, это интересно, в аренду или это люди свое сушат? Да, тут на волнах катаются. Серфят. Смотрите, сколько костюмов в рент. Вообще тут в рент, наверное, все, что хочешь, можешь взять, да, пап? Ну да. Ну что, дорогие, мы дотопали. Да, пап? Ну да, Санта-Моника, да? Да. Вот оно. Колесико. Колесико-то здесь. Планируем сейчас подняться наверх и покушать. Максим, повтори, что ты сказал. Виктор Николаевич, вы себя плохо ведете. Ну, они, думаешь, поймут, что такое твой ганделок. Если только они жили в нашем Северодонецке. В общем, это такой пивнушка-забегаловка. Была у нас в нашем городе, в нашей юности. Мы пришли наверх. Она прям вся. Мои два чуда одеваться не захотели. А теперь посмотрите на них. Вы сами сказали положить одежду. Мы положили. Ну, кто ж вас заставлял? Я вот обутая пошла. Ну, пойдемте искать день поесть. Ребят, вот мы сели в такой кафешке антуражной. И смотрите, какой мы себе заказали суп. Папа тоже себе взял, да, пап? А я жду. А вон там океан. Ну что, будем приступать? В общем, это крем-чаудер. Сыр, так супчик называется этот. Из этого хлебушка вынули серединку. Нам ее поджарили. А в этот хлебушек налили супчик. Очень вкусно. Пап, вкусно? Да, мне тоже понравилось. А мне есть мышка, воровайка. Суп он есть не хочет. Как хлеб только. Смотрите, еще Макса принесли. У него бутерброд. С чем-то очень вкусным. Картошечкой. А нам принесли салатик со шримпом. Два штучки. Папа уже почти приговорил супчик, и сейчас приступим к салатику. Такое чувство, что мы ужинать не будем, что мы сейчас прием и спать ляжем. Хотя сейчас 3 часа, да, пап? Ну, что такое примерно. Тебе вкусно, котик? Ты рад, что мы тут? Я тоже. Отдыхаем. Ну что, дорогие мои, мы покушали. Наш чек вышел на $100. На 101. И я вам хочу сказать, бывало и лучше, да, пап? И за меньшие деньги. И за меньшие деньги, да. Вот, поэтому, ну, как есть. Надо все равно попробовать. Не, ну суп был ничего, пап. Салат был невкусный. Вон, Витя несет empty case, но он уже не empty. Да, Максим не съел свой бутерброд, естественно, он большие порции с картошкой, и тут принято еду складывать с собой, мы забрали, сейчас он потусит, да доест, да, пап, в отеле. Вот, и сейчас мы обмоемся, благо тут есть душики, все обустроено, ребятки обмоются, и мы поедем в отель, отдохнем. Майкл Джексон.
По деревяшке не хочешь походить? Я по ней больше не хожу. Ты скажи мне, ты еще босиком пойдешь с папой гулять? Правильно. Я не понимаю, что она стала чуть-чуть горячее? То у тебя уже просто ноги горят. Надо же додуматься в такую жару пойти. Гляньте, два красавца. Ну а ты ж повторушка за папой. А вот, ребят, кишечная палочка. В ассортименте. А вот красота там. Посмотрите там, какая красота. Что, пап? Виктор Николаевич, не вещайте. Марией называйте ее. Марией. Марию Ванну. Марию Ванну продает, да. А что в ассортименте. Пап, что это такое Мария Ванна? О, смотрите, какой единорожек поехал. Радужная пони. Под чем-то. Под Марией Ванной. Я было дело, ребята, пожалела сына, дала ему свои тапочки. Так у меня ноги до сих пор пекут, как я по этим деревяшкам бежала. Вот этот пирс, на котором мы были, кушали, он из дерева сделан и оказался жутко горячим, да, пап? Бедная моя зайчка, бежала, мой мужчинка, не ныл, бежал за папкой. Куда деваться, да, сын? Ну, когда понял, что маме больно, тапочки отдал и побежал. Путешествие у нас, расскажите, Виктор Николаевич, как наше путешествие получилось? Нормально. Сидит Виктор Николаевич, 6 часов вечера, говорит, а поехали в Лос-Анджелес? Ну, а я же больная женщина. Говорю, да, поехали. А в 12 мы уже уехали. С нашими котиками попрощались. Да все нормально с твоими котиками. Их покормили, попоили, спать уложили. Унитаз промыли. Промыли. Переживалки. Так что вот так. У нас получилось очень спонтанное путешествие. Мам, ты сама больше всех за них переживала. В машине, помнишь? Конечно, я переживаю, потому что, ну, они же наши, мне их жалко. И я не контролирую сейчас, что с ними происходит, поэтому я переживаю. Вот, ну, я думаю, что с ними все хорошо, потому что мы мега ответственного человека, да, попросили? Да. Вы видите эту красоту всю? Смотрите, какой наглый пеликан. Топ-топ. Топ-топ. А вот душики. Все для людей. Сейчас они обмоются. И мы с вами пойдем. Поедем в отель. Видали, какая красотка приехала? На фоне зелени. Все, ребят, мы в отеле. Вы в это верите? Надо сейчас отдохнуть. И помыться. Так, а какой у нас 403? Гостишку снаружи вам сниму потом. Недорогая у нас гостишка, ребят. Вышла она нам $140 за ночь. И завтрак включен. Вот. Ребята устали, бегут. Нам мексиканка на входе попалась. Блин, с таким акцентом говорила. Я даже простейшие вещи, которые, блин, с первого дня приезда, знаешь, не могла разобрать. То ли устала. Мы пришли куда-то. Открыл, пап. Да что, нормальная квартира. Господи, Максим, эмоциональный ты мой, закрывайте. Пойдем, ну, нам, да, переночевать, собственно говоря.
Вот. Сейчас я вам все сниму по-быстрому. Вот здесь, там, где резинка. Ну, в общем, я брала сразу с двумя этими квин кроватями. Вот. Там, наверное, шкафчик. Говорили, что тут будет. А, ну вот кофемашина и этот пап. Микроволновка. Я не вижу кофемашины. Вот она. А, стоит, ага. Вот кофемашина, микроволновка, говорили, что будет. Холодильник где-то здесь должен быть. Вот он. Холодильник. Ну, это чтобы ты свои продукты мог положить. Да, все нормально. Вот. И чисто, да? Ну да, чистенько. Чистенько все. Относительно все. Все неплохо. Все неплохо, да, вот столик. Привет, я уставшая такая. Вот. Вот с этой стороны. Он небольшой такой. Ну и он и денег много не стоит. Потому что остальные все номера стоили от этот, $170, пап. А этот 130. Вот. Ну и там душ, в котором Максим уже засел. Там уже моется, пап, потом. Так, и душик. Вот полотенечки, все чистенько. Шторочка. Максим уже моется. Я тебя не снимаю. Нашла ты снимать. Пап, ты рад, что мы в номере? Я уже приехал. А, ниже нельзя пустить. А вот и я. А я не снимаю. А я помоюсь плохо, она не опускается. Что? Мы уже помылись. Жить стало легче. Да? Тебе легче стало жить? Вид из окна, скорее всего, никакой. Ну, вид из окна на парковку. Я уже смотрела. На парковку, да. Парковку и на мост. Здесь у нас кондёр вот такой вот. Ну, конечно, да, видок-то никакой. Кондёр очень хорошенький. Вот здесь у него и этот. Я снизил на 54, потому что это максималка. И сделал лоу. Ты мой умный. А еще вот это моя кровать. У нас две кровати квин. Блин, она такая маленькая, это квин. Здесь наш шкафчик. Да, пап? А пап, у меня Wi-Fi на iPad. Я тебя не снимаю. Я с тобой разговариваю. Мам, а кто новости включил проигрывать? Мам, смотри, как я могу. Круто, хватит. В общем, мы устали, конечно. Уставшие, но счастливые. Видите, да, я петличку купила. Угу, да, я петличку купила. Теперь-то да, теперь нам удобно с вами разговаривать. А, я, конечно, без микрофончика, но там такое большое окошко. Мы забыли водичку. Хотим спуститься в этот. В машину взять водичку, чтобы кофе попить. Точнее, мальчики кофе, а я... А я этот чаёк, мне нельзя кофе. Вот. И спросить, во сколько завтрак. Со скольки до скольки, забыли спросить. Им, конечно, это окошко не мешало бы помыть. Оно какое-то поцарапано. Да? Ну да. На картинках все такое радужное. Ну так, в этом и есть. Ну да. Ну ладно, на одну ночь прекрасный отель. Что от него еще надо? Чисто? Чисто, чисто. Да? Да. Поспать, отдохнуть и все. Ой, ты красный такой. Вы сегодня подгорели на океане. Угу. Так, ребят, вот так вот выглядит наша гостишка со стороны. Плюс это гостишки был в том, что тут есть завтрак, и в том, что есть парковочные места возле гостиницы, поэтому я ее взяла, и недорогая, $130. Рядом вот есть Деннис, хотим вечером сходить покушать, поужинать, только нужно узнать, до скольки она, со скольки до скольки работает, так что сейчас пойдем узнаем. Вот. Видите, забрали тарелочку, только покупались в номере, мама, дай кушать. Вот теперь картошечка с бутиком уходит. Оп, есть. В общем, мы тут вышли на блок кофе папе взять. Наверное. Мама, он же может у себя в этом сделать. Ну, может.
Он же может быть и в этом. В общем, мы пришли в Денис. Тут только тейкаут или можно на улице. Сделали заказ, ждем. Он находится прямо рядом с нашей гостишкой. Вот гостишка, где мы ночуем. Вот гостишка, и на самом верхнем этаже живем. Да, и вот мы сейчас в Денисе. Сейчас поедим. На самом верху, в самом последнем. Ну да. Все, хотели, блин, сходить в Денис. Сходили в Денис. Даже внутри нельзя посидеть, да, сын? Что ты по этому поводу думаешь? Ничего. Ребят, вот это вот наш чек вышел на ужин на троих. Что мы тут взяли? Мы взяли куриное что-то. Куриная премиум курочка. Да, с брокколи и френч фрайс. Второе мы взяли две говядины, смаш потейтос, это ну, пюрешка, и цукини. И взяли воды, собственно говоря, вышло на 54 плюс такса, в общем, на $60. Да. Но еды гораздо больше, чем мы сегодня купили днем, да? На $40 дешевле на всех троих. Не получается. Вроде идешь, заказал чуть-чуть, а получается вот такие пакеты. Но я думаю, что там немного, просто там в такие большие коробки сложили ужин. Ну, сейчас с вами будем доставать и смотреть, что там. Так, ну что тут нам дали? Это говядина. Сейчас будем открывать. Кстати, машинка вообще отключена от розетки. Ну да, Максим, иди мне помоги открыть. Ага, это вот. Мое, наверное. Нет, это наше с папой. Это ваше с папой? Да, это вот так вот выглядит. У них отбивная говяжья. Это картошка и цукини к ней. Ой. Да, ребят, не совсем полезная еда, но... Где сейчас среди ночи шарится? В общем, сейчас уже 9 часов. Мы уставшие. В общем, что есть, то поедим. Конечно. А правильное питание мы уже будем дома. И вторая такая же. И вот третья моя. Максимкина. Что мое? Это или кто? Вот это твоя. Это. Открывай. Вот у него курочка. Курочка, картошечка и брокколи. Обожаю у него. Обожаю такую курочку. Вот. И ко всем наборам идет вот такой хлеб. Типа, да, вот такой вот. Ничего, можно оставить. С чесноком, наверное. Или травами. Еще мы взяли так вот это вот какой-то. Напитки мы взяли еще. Ой, Максим, скажи мне, я тебе отвечу. Что это? Соус это идет. Соус. Да, соус идет. И у нас есть десерты. Сейчас покажем. В общем, взяли чизкейк. Это маме. А вот это мое. И лаву взяли. А папе не брали, потому что папа съест нас. Вот. Вообще, я не знаю. Ну, я так думаю, что мы будем это все на завтрак доедать, потому что очень много еды. Нормально. Кто подгорел? Там сурок. В рубоне. Ну что, мал да удал. Ничего, варит она потихоньку кофе. Кофе, кстати, тут лежало со всеми причиндалами. Вон для стаканчиков. Сами стаканчики. Все есть. И сахар. Я такая воды налила и, собственно, кофе положила.